Когда стало известно, что сегодня на проекте будут исполнять народные танцы, Наталье Подольской и Максиму Маринину позвонил лично Александр Лукашенко и попросил не плясать под русскую дудку. Они решили пойти навстречу известному хоккеисту и будут танцевать под украинский вокал. Давайте посмотрим, как ребята готовились к первому конкурсному дню на льду. После первой программы на полу я понял, что... Создан для танцев. Нет, что на льду я чувствую себя даже поувереннее на коньках, когда стою. Понятно, ты же фигурист. От слова фига, да. Да? Смотри, куда едешь. Да мне везде тяжело, и на полу, и на льду, но на льду... Нравится пока сейчас больше, потому что это новое, и такое вот скольжение, полет, все время куда-то едешь, падаешь. Партнер носит на руках. Партнер носит на руках постоянно, почти ничего не нужно делать, только получать удовольствие. Шутка, конечно, очень я стараюсь, между прочим. Да. Подсел из двух ножек и... Спасибо, ёпарасадэп. О! На этом наше выступление. На этом олимпийский Мишка прощается с вами. Пожалуйста. Это будет такой, знаешь, финал. Спасибо, что вы поставили нам хоть какие-то оценки. Мы их заслужили. Будем растанцовываться. Будем совершенствоваться. Совершенствоваться. А совершенство – это как линия горизонта. Ты все время к ней стремишься, но никогда не достигаешь. Никогда. Вот у нас по-настоящему международный проект. Наталья Подольская и Максим Маринин представляют Белоруссию, а танцуют под украинскую народную песню «Села птаха» в исполнении Таисии Повалі. Сила птаха, білокрила на топі.
здорово. Вот другого слова просто нет, я засмотрелся. Такое катание хорошее у Подольской я не ожидал. Я просто не ожидал. И вот пара, которая после танцпола шла в середине турнирной таблицы, и им, конечно, нужно было выступить сегодня блестяще, блестяще справилась с этой задачей. Переход от элемента к элементу плавный. Нет пустот в танце. Отличная хореография, какие у Наташи выразительные руки. Но она меня просто покорила. Конечно. Спасибо, Саша. Очень хорошо. Прям красавцы. Садись, Саша. Давай. Саша, а? Ну, вот здесь немножко было, там так, с поддержки сходит. Волновалась, да, еще? Волновалась, но... Не, ну все, ехала, все готовилась. Молодец. Для первой программы на оценку ледовой очень хорошо. Наталья Подольская, Максим Маринин, Беларусь, оценки за технику. 6-0, 5-9, 5-8, 5-9. Средний балл 5,92 балла. Оценки за артистизм. 6-0, 6-0, 6-0, 5-8, 6-0. Средний балл 5,96 балла. Общий балл 11,88 балла. Дима, 6-0, 6-0. И у меня к тебе вопрос. На каком языке исполнялась эта песня? Разумеется, она исполнялась на украинском языке, но я слышал белорусские слова. Знаете, я скажу очень кратко. Я считаю, что это было грациозно, нежно. Там была Подольская. Почему не повод поставить высокую оценку? Это прекрасный красивый номер. Мне очень понравилась идея. Отдельно спасибо за блестящую идею. Спасибо большое, Дима. Лайма, ты поставила тоже выше оценки. Что тебе понравилось? Говорят, начало и конец, всему делу венец. Вот у них было начало, и у них был конец. Это было так трогательно, вот с этой, ну, кровь, что ли, да? Ну, потрясающе, как подстреленные птицы. Можно все что угодно придумать. Может, любовь, может, подстреленная птица. Ну, замечательно. Хочу сказать, что, конечно, борьба накаляется, поскольку вы отодвинули сейчас предыдущую пару. Я очень рада, и мы действительно волновались. Мне очень дорог этот номер, мне очень дорога эта песня. Это одна из любимейших моих украинских песен. И только из-за, по этой причине я не взяла белорусскую песню, потому что слишком люблю эту. Я тоже ее очень люблю. А можешь ее напеть сейчас? Не страшно? Сила птаха, белокрыла на тополю, сила солнце понад вечер на поля. Забирай микрофон. Должна была кататься сама под себя. Спасибо большое за песню отдельно. Удачи.